Доброе утро, уважаемые коллеги. В продолжении темы образования Б3 категории поговорим немножко о тактике все-таки лечения данной категории. Мы не зря намеренно сохранили англоязычный термин менеджмент, поскольку в отечественной литературе, к сожалению, достаточно нет информации, посвященной данной теме. Что же скрывается за категорией Б3? Блестяще рассказала Виктория Олеговна. Ну, тезисно повторю, что Б3 образование – это та категория с неопределенным потенциалом злокачественности, гетерогенная достаточно группа, которая представляет сложную диагностическую задачу. Составляет примерно от 4 до 10% среди всей патологии. В разных странах Европы, Великобритании, в Германии этот процент от 4 до 5%, и в Швейцарии он составляет до 17%. Ну, возможно, это связано с достаточно развитой скрининговой программой в этой стране. Следует разделять еще также на подгруппы. К образованиям без АТП относят категорию B3A, и к образованиям с АТП, образование с АТП относят уже к категории B3B. Наиболее часто среди данной категории встречается атипическая эпителиальная гиперплазия практически в 40% случаев. Папиллярное образование больше 30% занимают. Дольковая карцинома инситу около 10%. И реже встречаются радиальный рубец, фиброэпителиальные и другие образования, о которых уже выше рассказывала Виктория Олеговна. Наиболее значимым фактором является частота выявляемости злокачественных именно опухолей по гистологическому заключению. В разных образованиях она достаточно вариабельна и достигает в среднем 20-35%. Наиболее часто выявляется дуктальная карцинома инситу, и реже встречается все-таки инвазивная карцинома, и чаще она представлена low-grade люминальными опухолями. Это достаточно благоприятная все-таки прогностическая группа. Напрямую уровень малигнизации, частота малигнизации зависит от наличия АТП. Так, при наличии АТП в образованиях папиллярных этот показатель практически в 4 раза выше, чем показатель в той же папиллярном образовании, но без АТП. Исторически сложилось удаление именно этой категории образования выполнялось хирургическим методом. Но в течение последних десятилетий достаточно широко применяются малоинвазивные черезкожные корбиопсии и в последнее время вакуум-ассистированная биопсия, которая позволяет получить достаточно большой объем для морфологического исследования и может выполняться как стереотоксическим методом, так и под контролем ультразвука или магнитно-резонансной навигации. Среди радиологических признаков наиболее часто ассоциировано именно с повышенным риском злокачественности наличие микрокальцификатов в том или ином образовании. Наиболее часто встречаются в ассоциации с атипической гиперплазией и дольковой неоплазией. Реже микрокальцификаты встречаются при папиллярных образованиях, радиальном рубце и других. В группе экспертов из программ скрининга было поручено и рекомендовано проанализировать и внедрить рекомендации по дальнейшей тактике и наблюдению за данной категорией образований. И впервые в январе 2016 года в Цюрихе собралась первая международная конференция по образованиям с неопределенным злокачественным потенциалом. Организована была на базе Международной школы ультразвукового исследования молочной железы и в партнерстве со швейцарской группой по инвазивной биопсии молочной железы. Во встрече это участвовало более 90 экспертов. В мультидисциплинарную команду входило 9 специалистов лучевой диагностики, 2 патолога, 1 хирург и 4 гинеколога. Целью данной встречи явился анализ 2 крупнейших баз данных гистологических, которые включали больше 22 тысяч данных корбиопсий, с дальнейшим уже рассмотрением и голосованием с целью разработки уже рекомендаций по ведению данной клинической группы. Через 2 года, там же в Цюрихе, в марте 2018 года, была собрана вторая конференция, которая включала уже 70 экспертов, и в мультидисциплинарную команду входило 19 человек. Опять-таки, большую часть представляли врачи лучевой диагностики, но также были и патологи, хирурги и гинекологи. Анализировалось уже в этот раз больше 31 тысячи корбиопсий.
В результате голосования предлагались варианты или наблюдения, или выполнения вакуумно-аспирационной биопсии, или необходимость все-таки хирургической эксцизии данной опухоли. Из вопросов, вопросы ставились перед экспертами, если гистологическое заключение подтверждает B3 категорию, необходимо ли его удаление? Если да, то можно ли выполнить вакуум-ассистированную биопсию? И если после вакуум-ассистированной биопсии подтверждается вновь B3 категория, но визуально при этом образование полностью удалено, приемлемо ли дальнейшее динамическое наблюдение или стоит повторить вмешательство и удалить или вакуум-ассистированным методом, или хирургическим способом. Что касается терминологии, то в Европе и в Великобритании в первую очередь они разделяют вакуум-ассистированную биопсию на диагностический метод и вакуум-ассистированную эксцизию как лечебную процедуру, целью которой является полное удаление образования. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся патологии в этой категории. Это атипическая гиперплазия эпителия наиболее часто встречается. Для патолога принципиально важным, как уже Виктория Олеговна рассказала, является все-таки размер поражения. При наличии меньше 2 мм патолог ставит, все-таки выставляет диагноз атипической гиперплазии. И если поражение занимает больше 2 мм, то это уже ассоциировано с low-grade DCIS. Таким образом, все-таки хирургические эксцизии для получения полного морфологического диагноза рекомендуются практически во всех гайдлайнах. Уровень апгрейда для атипической гиперплазии достигает до 65%. Риск развития рака молочной железы при этом в 4 раза выше относительно контрольной группы. И за 25 лет он составляет практически 30%. Все 100% экспертов однозначно проголосовали за удаление подобной категории образований, и подавляющее большинство проголосовали за хирургическую эксцизию. Но при этом 20% все-таки рекомендуют, оставляют возможным выполнение вакуум-ассистированной биопсии. И в дальнейшем также рекомендуется, даже после выполнения вакуум-ассистированной эксцизии, хирургическое все-таки удаление. Наблюдение в исключительных случаях по решению мультидисциплинарной команды. Что касается дольковой неоплазии, встречается действительно дольковая карцинома инситу и атипическая дольковая пролиферация. Уровень апгрейда достаточно вариабелен от 0 до 66%. При этом авторы утверждают, что это возможно игнорирование корреляции именно между рентгенологическими и гистологическими данными. Что касается плеоморфной или дольковой неоплазии с участком некроза, такая категория уже относится к категории B5, к злокачественным новообразованиям. Относительный риск развития рака молочной железы повышается в 8-10 раз при наличии в анамнезе дольковой неоплазии, и абсолютный риск достигает 35% в течение последующих 35 лет. Что касается голосования, то практически 70% экспертов проголосовали за эксцизию и разделились на варианты возможной, как вакуум-ассистированная биопсия и хирургический метод. И в дальнейшем рекомендуется практически подавляющим большинством динамическое наблюдение за такими пациентками. Папиллярное образование – это гетерогенная достаточно группа. Они могут относиться как к категории B2 при наличии, например, одиночной папилломы меньше 2 мм, или уже относятся к категории B5, B4, B5 к злокачественным новообразованиям, что не рассматривается уже, не попадает в категорию B3. Уровень апгрейда напрямую здесь зависит от наличия атипии, и практически в 4-5 раз он повышается при ее наличии. И при отсутствии уровень апгрейда не выше 13%. По голосованию подавляющее большинство экспертов рекомендуют удаление данного образования, но в 70% это вполне допустимо выполнение малоинвазивной методики и сделать вакуум-ассистированную эксцизию с дальнейшим уже наблюдением динамическим за такими пациентами. Среди филоидных опухолей выделяют также B4 категория пограничные, и к злокачественным относятся категории B5, встречаются на меньше, чем в 2% случаев, но все-таки чаще всего это категория B3 и доброкачественное образование. Дифференциальный диагноз чаще всего проводится с фиброаденомами, которые встречаются все-таки в 50 раз чаще, чем филоидная опухоль, но при этом в материале трепан-биоптатов
фиброфилоидная опухоль может содержаться, может имитировать фиброаденому или содержать участки фиброаденомы. Поэтому, безусловно, для патоморфолога все-таки принципиально важным получение полного морфологического материала после удаления целиком этого образования, а также, безусловно, корреляция с, как с клиническими данными о размере, о динамике развития этого образования, о возрасте пациентки, так и с рентгенологическими данными. И локальный рецидив при доброкачественных и пограничных образованиях составляет около 10-20%, при злокачественных филоидных опухолях он достигает 30%. Практически все эксперты однозначно проголосовали за хирургическую эксцизию в случаях выявления филоидных опухолей. И при удалении вакуум-ассистированной методом лишь в случаях получения доброкачественных опухолей возможно динамическое наблюдение. Все-таки в случаях получения пограничного или тем более злокачественного образования рекомендовано, безусловно, повторное хирургическое вмешательство. Что касается радиального рубца, встречаются достаточно разные названия в данной категории. Радиальный рубец, склероэластические образования, сложные склерозирующие образования. Они достаточно часто комбинируются с флет-атипией, атипической гиперплазией эпителия, лобулярной неоплазией. Чаще всего выявляется при плановой скрининговой маммографии. И уровень апгрейда, опять-таки, с атипией практически в 4 раза выше, чем в этой же категории, но без наличия атипии. 85% экспертов голосуют за выполнение вакуум-ассистированной хирургической эксцизии и с подавляющим перевесом возможно выполнение вакуумного метода удаления с последующим уже динамическим наблюдением. Флет-атипия достаточно редко действительно встречающаяся патология, 2-3% всего составляет, и в большинстве случаев, практически в половине, ассоциирована с атипической гиперплазией. Уровень малигнизации не выше 11%. При этом эксперты голосуют, чуть больше половины экспертов, за хирургическое удаление, возможно, методом вакуум-ассистированной, опять-таки, биопсии с дальнейшим динамическим наблюдением за этими пациентами. И суммируя все рекомендации, при получении после кор-биопсии или вакуум-аспирационной биопсии, атипической гиперплазии, филоидных опухолей, и сюда же относится, безусловно, папиллярное образование с наличием атипии, рекомендуется все-таки хирургическая открытая эксцизия. Во всех остальных случаях дольковых неоплазий, флет-атипии, радиальном рубце вполне допустимым является малоинвазивная все-таки методика вакуум-ассистированная эксцизия с дальнейшим уже морфологическим диагнозом и решением уже о дальнейшем наблюдении. Важно отметить, что во всех рекомендациях, во всех схемах тактических по лечению данной категории принципиально важным является все-таки мультидисциплинарный подход. Это оценка и клинических, и рентгенологических, и, безусловно, гистологических данных для оценки правильного, для постановки правильного диагноза и определения лечебной тактики. Вакуум-аспирационная биопсия для пациента – это действительно достаточно быстрая процедура. Происходит она под местной анестезией в течение 15-20 минут, не оставляет никаких рубцов, и удобно, что все-таки это происходит амбулаторно. Для клиницистов, патологов это улучшенная все-таки предоперационная диагностика, возможность планирования операции по поводу рака молочной железы и снижение риска гипердиагностики, снижение частоты ненужных хирургических эксцизий. Из недостатков в настоящее время все-таки это стоимость данной процедуры и размер образования все-таки для этой малоинвазивной процедуры не больше 2,5 см рекомендуется удаление образований. И противопоказанием относится злокачественный характер с лечебной целью, когда речь идет именно об этом, наличие гнойного воспаления, поверхностное расположение на образование, близкое, например, к сосково-ареолярному комплексу, и патологии со стороны свертывающей системы крови. Важно отметить, что после выполнения вакуум-ассистированной биопсии в 75%, а иногда и в 100% случаев необходима установка клип-маркера для хирургического дальнейшего контроля и возможности визуализации во время операции, если такое понадобится в будущем, и, безусловно, для дальнейшего динамического маммографического и ультразвукового контроля.
Но в одной четверти примерно случаев, 25%, происходит миграция данного маркера. Но если в динамике пациент постоянно наблюдается в одном и том же центре, то, в принципе, это возможно тоже проследить. Что касается гайдлайнов NCCN, как таковую категорию B3 они не определяют, но есть подгруппа промежуточного, скажем так, промежуточного риска образования. И здесь тоже они выделяют обязательную корреляцию с клиническими и рентгенологическими данными. Включает обязательно факторы риска, модель Гейла, который блестяще рассказал вчера Александр Алексеевич Бессонов. Поэтому еще раз напомню, что мультидисциплинарный подход, безусловно, важен в лечении и определении тактики данной категории образований. Из буквально недавних наших клинических случаев проиллюстрировать данную категорию. Пациентка 46 лет, наблюдается с 2013 года по поводу папилломы левой молочной железы. Семейный анамнез у пациентки не отягощен. И при контрольном ультразвуковом исследовании в июне 2020 года в левой молочной железе на 11 часах около ареолярно сохраняется образование размерами 8 на 5 на 9 мм. По данным УЗИ при этом от 2015 года размер образования 9 на 6 мм. В режиме Доплера определяется гиперваскулярный кровоток. Ну, при проведении эластографии определялся второй эластотип. При маммографическом исследовании вблизи ареолы в верхнем внутреннем квадранте дополнительное уплотнение железистой интенсивности возможно интерпретировать как локализованный фиброаденоматоз с неровными и частично нечеткими контурами 10 на 9 мм. Ну, динамики особо и не наблюдалось, но тем не менее, ввиду появления кровотока и дискомфорта пациентки, мы выполнили трепан-биопсию, в результате которой гистологи выдали заключение нам об инвазивной карциноме молочной железы G1 с преобладанием структур протоковой карциномы инситу. Иммуногистохимически относилась к люминальному апотипу. Ки-67 составлял примерно 5-6%. Таким образом, действительно, за данной категорией B3 достаточно часто все-таки вскрывается более злокачественные патологии, и, безусловно, необходимо мультидисциплинарно это все обсуждать и решать уже о дальнейшем лечении пациента. Диагноз этой пациентки выставлен как клинический Т1-0М0 и планируется выполнение хирургического этапа. Из выводов, B3 образование – это все-таки гетерогенная группа с индивидуальным риском малигнизации, которая подразделена может быть на категории B3A без атипии и B3B с эпителиальной атипией для дальнейшей стратификации пациентов на группы риска. В подавляющем большинстве случаев в категории B3A возможно проводить динамическое наблюдение, а не выполнять ненужные хирургические вмешательства. И вакуум-ассистированная эксцизия является на сегодняшний день золотым стандартом, по крайней мере, в наших зарубежных коллег, удаления большинства образований данной категории. И не устану повторять, что необходим мультидисциплинарный подход в диагностике и лечении образований данной категории с обязательной корреляцией клинических, рентгенологических и гистологических признаков. Перспективами является все-таки внедрение классификации B3 в нашу клиническую практику, рутинную повсеместное внедрение вакуум-аспирационной биопсии в диагностике и лечении образования данной категории, снижение хирургической активности, особенно открытых эксцизионных биопсий, и все-таки необходимы дальнейшие исследования для уточнения данных об уровне потенциальной злокачественности различных подтипов данной категории. И хочется сказать, что в нашем центре работает, мне кажется, прекрасная, блестящая мультидисциплинарная команда и днем, и ночью готовы обсуждать различные сложные клинические случаи. Спасибо большое за внимание.